Всем привет! Я вдруг сегодня неожиданно решила поговорить с вами такую тему, как интроверты. Хочу вместе с вами разобраться, кто они такие, хорошо или плохо, если ты вдруг обнаружил в себе интроверта. И что делать, если вдруг этот самый обнаруженный внутри тебя интроверт мешает тебе наслаждаться жизнью, заниматься какими-то делами, двигаться в реализации каких-то там мечт и желаний, достигать каких-то целей и так далее. Итак, для начала давайте все-таки определимся, чем отличаются экстраверты от интровертов. Вы наверняка слышали разные определения на этот счет. Самый частый, который слышала я, это первое, то, что интроверты, они не любят людей, они не любят общения, они такие вот социофобы. Вторая версия, более такая, мне кажется, современная, она говорит о том, что интроверты — эти люди, которые отдыхают и перезагружаются, когда они дома, в одиночестве, а экстраверты — это те люди, которые подзаряжаются, перезагружаются в общении с другими людьми. Это не совсем точное определение. Хорошая новость заключается в том, что научно доказали то, чем интроверты отличаются от экстраверта. Как выяснилось, интровертами и экстравертами мы рождаемся. То есть исследования на маленьких грудных детях подтвердили, что уже на том уровне есть различия в экстравертах и интровертах. И различие это заключается в том, как нервная система реагирует на внешний стимул. Давайте возьмем какой-нибудь пример. Допустим, у нас есть два человека, один интроверт, другой экстраверт, и мы их пустим по одной и той же жизненной ситуации. Предположим, что этим двум людям сегодня надо попасть на какую-то важную конференцию рабочую. И вот они собираются и выходят из дома, чтобы добраться до того места, где находится эта конференция. Как только они выходят во внешний мир, на них, на их нервную систему воздействует какое-то количество стимулов. Какие-то шумы на улице, запахи, яркий свет, например, дома был более приглушенный, чем на улице. Какие-то ситуации, условно говоря, вы налетели на прохожего, чуть было не наступили ему на ногу. Дальше вы заходите в это здание, в это место, где проходит конференция, там огромное количество незнакомых вам людей, все общаются, как-то взаимодействуют, вам тоже нужно влиться в эту тусовку. И вот эта вот одинаковая ситуация на экстраверта и на интроверта влияет по-разному. Интроверт имеет более такую, так скажем, нежную, более чувствительную нервную систему, тогда как экстраверт в этом смысле является более толстошкурым. И когда каждый из них продвигается вот по этой жизненной ситуации, и на них падает какое-то количество стимулов, интроверт уже на первых этапах, на уже небольшом количестве стимулов, начинает чувствовать себя дискомфортно, его нервная система попадает в состояние стресса. Попадание в такую среду, как я привела, да, конференция, огромное количество незнакомых людей, может быть, там человеку надо выступать на этой конференции. Для нервной системы это очень большое количество стимулов. И для интроверта это количество стимулов слишком чрезмерное, потому что их система получает перестимуляцию. И поэтому интроверты, да, чаще избегают, например, каких-то сборищ, людей. Для экстраверта это же самая ситуация, это же самое количество стимулов не является перестимуляцией. Для того, чтобы перестимулировать экстраверта, ему нужно, не знаю, там, 10 конференций подряд, наверное, таких посетить, чтобы он, наконец-то, почувствовал то же самое, что может почувствовать интроверт. Но поскольку мы не очень научены обращать внимание на свои ощущения, на свои чувства, на то, как работает наша нервная система, мы не видим вот этой взаимосвязи. И, например, попадая на какое-то там, в какое-то место с огромным количеством незнакомых людей, интроверт просто может решить, или, например, экстраверты за него могут решить, что, наверное, он просто не любит людей, он не любит общения, ему не нравится взаимодействовать с людьми. Отсюда, собственно, да, вот этот вот миф о том, что интроверты — это такие социофобы. Но не надо путать интровертов и социофобов. Могут быть интроверты, которые могут являться социофобными, то есть они могут избегать, да, какого-то взаимодействия с людьми, но они могут быть совершенно нормальными интровертами, которые любят общение. Например, если говорить обо мне, я чистой воды интроверт. И долгое время я не понимала, как так я интроверт, мне очень нравится общаться. Если я попадаю в компанию близких друзей, я люблю говорить, меня не заткнуть, я люблю очень взаимодействовать. Когда интроверт находится среди близких друзей, в привычной ему, знакомой ему обстановке, количество стимулов на нервную систему уменьшается. Поэтому получается, что очень часто интроверты, они могут быть душой компании, у них могут быть очень тесные, близкие отношения с определенным кругом людей, но они совершенно беспомощны в большой тусовке. Например, я про себя знаю, что я в огромном там сообществе людей, особенно мало мне знакомых, чувствую себя более одинокой, чем сама с собой где-нибудь там дома или в каком-то другом, да, сеттинге. При этом важно понимать, что все-таки это все про количество стимулов, чем просто там знакомые, незнакомые люди, потому что если я, например, нахожусь в компании там 5, 6, 7 знакомых друзей, для меня это не то же самое, как если всех моих друзей, которые, да, по отдельности являются близкими, собрать в одном месте. То есть в том месте я тоже не буду кайфовать, потому что будет слишком много вот этих вот стимулов и влияния на нервную систему. Еще один пример тоже про вот эти все стимулы нервной системы приведу. Если
если взять интроверта и посадить, например, в какое-то тихое, спокойное кафе, где он будет сидеть, например, работать там какими-то своими там делами, и взять этого же интроверта посадить в другое кафе, где будет супер шумно, где будет много людей, где люди будут постоянно сновать, где будут какие-то громкие разговоры, то вот первая и вторая ситуация для интроверта неравнозначна. То есть во второй ситуации количество стимулов, да, там шумы, звуки, там снование людей, это будет слишком много стимулов для нервной системы. Тогда в первом примере, да, в тихом кафе количество стимулов будет меньше. Конечно же, интроверты бывают разные, что одному интроверту ок, другому может быть не ок. Например, да, я привела пример, что мне, например, комфортно, если я в компании, там, 4, 5, 6 своих близких друзей. Какие-то интроверты, для них даже это количество стимулов может являться огромным, и им комфортно только, когда они с друзьями тет-а-тет. И у меня есть, например, такие друзья. Я часто замечала, что они не любят, например, встречаться с несколькими друзьями одновременно. Раньше мне казалось, что, может быть, им не хочется как-то людей знакомить, но потом я поняла, что они просто чувствуют себя немножко растерянными. Эта ситуация для них немножко такая изматывающая, когда у тебя несколько, да, вот таких фокусов внимания, несколько друзей. И им проще общаться с людьми тет-а-тет. Если же говорить в этом же самом контексте про экстравертов, нет такой вещи, что экстраверты подзаряжаются от общения. Их нервная система в каком-то смысле является такой более толстошкурой, более непробиваемой. Когда они сами с собой, они не получают в той ситуации достаточно стимуляции нервной системы, и как будто бы для них ничего не происходит. И если взять вот пример, который я приводила, кафе, где тихо и спокойно, и кафе, где шумно, экстраверт не очень видит разницу между этими вещами. Но опять же, я не говорю о том, что он не понимает, что это разные места. Для его нервной системы не существует глобальной разницы. В том и в том месте его нервная система недостимулирована, и из-за этого ему становится скучно. Именно поэтому экстраверты чаще жаждут общения, жаждут быть среди людей. Он, в общем-то, экстраверт, если он там посидит, как я уже говорила, 50 конференций, он точно так же, как интроверт, может захотеть побыть самим собой, немножко там отдохнуть от общения, уйти в какое-то, да, там, в какое-то молчание или еще что-то. Но для того, чтобы это произошло, должно произойти очень много всего интенсивного в жизни. Еще тоже такой интересный момент, что для экстраверта этот момент передышки, да, когда им нужно там отдохнуть от общения, перезагрузиться и так далее, он будет очень коротким. Поскольку нервная система не такая чувствительная, она, видимо, достаточно быстро восстанавливается. Для интроверта же огромное количество стимулов полностью, да, изматывает все его энергетические силы, и поэтому интроверту требуется больше времени, чтобы восстановиться. Именно поэтому интроверты чаще бывают наедине с самим собой, в одиночестве или в какой-то небольшой компании, не потому что им это, ну, как бы так скажем, больше нравится, а потому что это то, чего требует их натура. Если они будут постоянно, например, каждый день ходить на конференцию, то, скорее всего, в какой-то момент они просто свалятся от морального истощения. И, в принципе, те интроверты, которые, например, либо не признают в себе интроверта, либо работают на таких работах, где они от себя требуют очень таких экстравертных навыков, эти люди обычно там к концу дня чувствуют такими выдохшимися, беспомощными, не знаю, бессильными и так далее. Например, для меня тот факт, что я вот ушла из работы в офисе и работаю сама с собой, то есть я большую часть времени провожу дома, работаю из дома, либо, например, я хожу в тихие кафе, работаю оттуда, это дает мне гораздо больше энергии. И вот до вот понимания вот этой всей теории интровертов я не понимала эту взаимосвязь, почему я просто могу устать от того, что я нахожусь в офисе, от того, что ко мне постоянно кто-то подходит, что-то спрашивает, нужно идти на какие-то встречи. То есть вот это вот количество стимулов, да, перестимуляция моей нервной системы, она делала меня менее продуктивным просто потому, что лишала меня всех сил. Итак, давайте резюмируем все, что я сказала. Как мы теперь уже с вами знаем, интровертами и экстравертами рождаются. Этот тип темперамента мы не можем поменять никоим образом. И точно так же, как мы не можем его поменять, мы не можем кайфовать от тех вещей, которые нетипичны для нашего темперамента. То есть, если ты экстраверт, ты никак не сможешь стать каким-то таким отшельником, затворником и получать от этого удовольствие. Для тебя это будет скорее такое заставляние себя и преодоление. Точно так же, если ты интроверт, ты не сможешь кайфовать того, что ты постоянно находишься среди людей, в каком-то шумном сборище, в шумном месте. Это невозможно. Что возможно, это понять свои сильные и слабые стороны, понять то, как мы взаимодействуем с миром, понять, где это взаимодействие нам дается легко, и выработать заранее какие-то, так скажем, жизненные стратегии для того, чтобы преодолевать те сложности, с которыми мы сталкиваемся. То есть, например, если какая-то наша слабая сторона мешает нам что-то сделать в этой жизни, мы можем продумать, как мы можем перестроить эту жизнь или перестроить свой подход, чтобы превратить эту слабую сторону в свою сильную сторону. Дальше.
разные культуры являются в разной степени экстравертными или интровертными. Условно говоря, Япония скорее такая интровертная культура, в которой ценятся те качества, которые больше присущи интровертам. То есть там не принято высовываться, там не принято быть, не знаю, шумными, активными, прыгающими. То есть нужно сохранять такое вот ровное, спокойное состояние. И, наверное, интровертам в определенном смысле легко жить в таких культурах. Тогда как экстравертам, наоборот, сложно, да, потому что им будет сложно самовыражаться. Или им будет казаться, что все такое скучное, неинтересное, однообразное. С другой стороны, есть другие культуры, западные. Самый такой яркий, наверное, пример экстравертной культуры — это американская культура. То есть здесь как раз принято, что ты должен все время быть на виду, ты должен быть активным, ты должен быть таким инициативным, ты должен быть таким прорывным. Например, если взять, да, тренинги Тони Робинса, да, его там подход к жизни и все такое, это чисто экстравертный подход. Давай, вскочил, запрыгал, побежал. Этот подход отлично работает для людей, которые являются экстравертами. Для интровертов этот подход плохо работает. Да, ты в режиме такого запала, ажиотации, например, на тренинге можешь все это делать, но потом ты возвращаешься в свою жизнь, ты понимаешь, что ты не можешь продолжать бежать, нестись, ломиться, прыгать, потому что это не часть твоего темперамента. То, в какой культуре мы родились и воспитаны, да, очень сильно нас влияет. И то, в какой культуре мы живем, также влияет на то, комфортно нам в этой культуре находиться или нет. Естественно, несмотря на то, что мы там выросли интровертами, экстравертами, что-то, что происходило с нами в режим нашего взросления, воспитания, там, взаимодействия с другими людьми, немножко тоже повлияет на то, как мы смотрим на свои интровертные или экстравертные качества. Например, в западных культурах часто бывает, что интровертные качества, они воспринимаются как некий такой недостаток, да, тогда как экстравертные качества — это некий такой, не знаю, залог успеха, символ такого лидера. Интровертные качества, такие как скромность, там желание отмолчаться, отсидеться, спокойность. Это скорее негативные качества в том смысле, что ну, это точно не те качества, которые приведут к тебе к каким-то великим достижениям или какому-то успеху. И вот на первый взгляд кажется, что в интровертах нет никаких сильных сторон и преимуществ. И мы забываем о том, что огромное количество изобретений было сделано интровертом. Потому что для того, чтобы что-то изобрести, придумать, выдумать, нужно провести очень много времени наедине с самим собой и вот с тем предметом, да, который ты изучаешь, исследуешь и изобретаешь. То есть если ты в это время будешь постоянно находиться в тусовке, да, и в общении, и взаимодействии, скорее всего, у тебя будет недостаточно времени, чтобы придумать это изобретение. То же самое, например, взять там каких-нибудь писателей. Когда ты пишешь какую-то книгу или делаешь что-то вот такое, там, пишешь какой-то научный труд, тебе нужно быть наедине с самим собой. И тебе должно быть не скучно сидеть наедине с самим собой и долго и упорно делать одну и ту же работу. И вот об этих важных качествах интровертов мы часто забываем. Можно какие-то еще профессии придумать. Например, когда тебе нужно там работать с цифрами, с финансами. Это тоже скорее ближе к интровертным качествам, чем к экстравертным. И знаете, кстати, почему? Считается, что экстраверты, они принимают более рискованные, более необдуманные решения. Экстраверты, они вот все по ходу делают. Интроверты, они более такие продуманы, то есть поскольку им важно понимать, что будет дальше, продумать все, как дальше будет происходить, они больше тратят время на обдумывание и продумывание. И считается, что в общем и целом интроверты принимают более взвешенные, обоснованные решения. То есть для таких-то таких профессий, где требуется планирование, какие-то стратегические продумки, что-то еще, зачастую интроверты гораздо лучше. Точно так же, как может показаться, что, наверное, экстраверт — это более удачные там начальники и лидеры, да, потому что они такие активные, они там не стесняются, они там идут напролом. Но на самом деле исследования показывают, что совершенно не факт. И, допустим, если экстраверт является начальником или лидером такой супер пассивной, супер такой исполнительной группе людей, то он там будет действительно преуспевать. Там, где нужно драйвить людей, где нужно подтюкивать людей, подталкивать, вести за собой. Но если, например, команда, да, которую управляет экстраверт, она очень разнообразна, и там есть люди, у которых есть свои идеи, люди, у которых есть свои разные точки зрения, то у экстраверта, например, есть такой недостаток, да, такой, не знаю, слабая сторона, что он, так скажем, ему не всегда хватает терпения послушать и услышать мнение каждого человека, да, и собрать их воедино, и потом сделать что-то общее. Скорее всего, он будет просто переть вперед, услышав самого громкого человека или услышав только себя. Опять же, конечно же, я не говорю, что все экстраверты такие. Если экстраверт является человеком с достаточно высоким эмоциональным интеллектом, и он знает о себе такие особенности, да, он может делать какие-то дополнительные усилия над собой, чтобы все-таки давать другим людям высказаться, услышать людей, которые отмалчиваются или которые там более тихие, чем другие люди. Но в общем и целом, средняя по больнице история такая, что экстраверты гораздо хуже слышат других людей, особенно тех людей, которые
который незаметен. Интроверты же, наоборот, они лучше слышат, они лучше внимают тому, что говорит другой человек, другой собеседник. И, например, интроверты являются гораздо лучшими лидерами, да, там, начальниками, боссами, когда нужно вот слышать мнение разных людей, объединять как-то команду совершенно разных людей. Интересно тоже такой момент, что очень часто блогер — это интроверт. Казалось бы, странно, да, вроде публичные люди, они как-то перед огромной аудиторией выступают, но для интровертов, вот тех людей, которым хочется чем-то делиться, то есть не все интроверты могут быть блогерами. Блогинг является такой вот возможностью, да, единственное это делать. Ты можешь выбирать время и место, да, где ты делаешь. То есть, например, сейчас я сижу в своей комнате, на полу, не знаю, в спортивных штанах, мне очень удобно, мне очень комфортно, на меня никто не смотрит, не надо, да, получать огромное количество стимулов от того, что там передо мной сидит огромный зал, хотя, да, впоследствии это видео посмотрит несколько тысяч человек. Но это не то же самое, выступить перед несколькими тысячами человек и просто сидеть в своей комфортной обстановке у себя дома и записывать какое-то видео. Плюс я могу выбрать время, когда я нахожусь в ресурсе, да, то есть когда мои энергетические запасы полны еще. И также я могу отложить момент, когда, например, я выложу это видео, и на меня посыпется какое-то количество вопросов, комментариев, обратной связи, да, это тоже все огромное количество стимулов для интроверта. Я смогу, опять же, обратиться к этим комментариям тогда, когда я буду в ресурсе, потому что если представить, что я бы сейчас выступала, то выступление забрало бы достаточно большое количество моей энергии, и после этого, когда мне просто либо задавать вопросы, я бы уже к этому моменту там не в силах была бы с людьми взаимодействовать, отвечать на эти вопросы. Но в случае с блогингом, да, я могу откладывать эти моменты. И это... Ну что, я надеюсь, что к этому моменту я убедила вас в том, что интроверты и экстраверты, они очень разные, убедила вас в том, почему интроверты делают то, что они делают, и почему гораздо проще полюбить в себе интроверта и научиться быть интровертом, чем пытаться бороться с тем, что нельзя победить. Если говорить о себе, у меня ушло, наверное, много лет на то, чтобы не просто принять, да, в себе интроверта, но как-то начать кайфовать от того, что я интроверт. Если привести, да, какие-то примеры. Я раньше очень сильно переживала по поводу того, что когда я попадаю, например, в какое-то незнакомое сборище людей, мне сложно, например, влиться в разговор. То есть, если я сижу с друзьями, мы о чем-то разговариваем, я всегда там в центре, не знаю, внимания, всегда что-то говорю, всегда добавляю свое мнение. То есть, у меня нет никаких с этим проблем. Но когда я попадаю даже в небольшую какую-то тусовку, и там все что-то обсуждают, и я понимаю, что у меня какой-то внутренний ступор, потому что я думаю, господи, да как влиться, да что сказать, да сейчас все, наверное, подумают, что я такая там, это, молчаливая. И даже у меня были, наверное, какие-то ситуации, когда мне люди говорили, что, боже, ты там такая молчунья, такая тихоня. Я такая про себя думала, я вообще ни разу не тихоня. И поскольку я не понимала, да, что я, кто я и чем я отличаюсь от других людей, я скорее себя, ну, как бы ругала за какие-то вещи, да, то есть я испытывала досаду от того, что вот кто-то пришел, например, на какую-то конференцию, да, или на какой-то митап, где вот куча незнакомых людей, и начал со всеми общаться, знакомиться, задавать вопросы, там, не знаю, спикеру, лектору, а я сижу, и даже если у меня есть какой-то вопрос, или даже, например, я там узнала какого-то человека, думаю, надо к нему подойти, сказать, что я там, не знаю, его знаю. У меня нету сил внутренних, да, подойти это сделать. И я долгое время за многие такие вещи себя ругала. Ругала за то, что мне, например, не нравится ходить в какие-то клубы с друзьями, что я туда прихожу и делаю вид, что мне там супер интересно. На самом деле, я сижу и думаю, господи, как быстрее бы потратить время. Или, например, мне приходится много пить для того, чтобы мне было как-то вот весело, потому что иначе мне весело не бывало. Не можешь объяснить друзьям, что, ну, вообще-то я лучше сегодня посижу дома, почитаю книжечку или помонтирую видео, чем пойду с вами на какую-то вечеринку. Я помню ситуацию, когда я говорила друзьям, да не хочу я идти на эту вечеринку, они тебе говорили, что ты как старая бабка, сидишь, да сколько можно, вот так и будешь всегда одна. И я помню, что у меня не было никогда для них какого-то такого разумного ответа, потому что у меня не было этого ответа даже для самой себя. Я не знаю, может быть, сейчас кто-то послушает видео и скажет, о боже, какой бред, так не бывает, но я хочу вам сказать, что если вы так думаете, то должна вас разочаровать очень многие интроверты, они вот именно ругают себя за свои интровертные качества, и они не совсем понимают, как им с этими своими вот особенностями своего темперамента вписаться в обычную жизнь. Если приводить какие-то примеры там не из просто, да, там личной жизни, а вот и про с работы, я помню, что мне часто говорили, Стелла, ты плохой тимплеер, да, ты плохой командный игрок. И я просто такая думаю, блин, я плохой командный игрок, поэтому меня никуда не промотируют, поэтому меня никуда не продвигают. То есть какие-то мои начальники думали, что я такой сильный индивидуалист, я не смогу быть хорошим начальником. При том, что со всеми своими подчиненными, на самом деле, у меня очень хорошие отношения. И вот сейчас только я понимаю, что на самом деле научно доказано, что интроверты хорошие начальники. Понимание, да, своих сильных и слабых сторон сейчас заставляет меня думать о том, что, блин, почему я не знала об этом раньше? Я бы могла иначе себя на работе как-то поставить, да? То есть я могла бы больше обратить внимание людей на свои сильные стороны и сказать им, что вот, ребята, вот то, что вы от меня хотите в плане моих слабых сторон, вы не можете получить. Но, возможно, вам это и не надо, а возможно, вам бы достаточно сильных сторон. Часто нам может показаться, что вот есть только единственный способ
решение какой-то проблемы, да, или делание какой-то работы. Но если вы можете доказать своему начальнику, что да, я делаю ее по-своему, делаю другим способом, но я тоже получаю результат, адекватный начальник, увидев этот результат, позволит вам работать вашим способом. Если он не позволяет или если он неадекватный, то тогда вопрос, зачем вам работать с неадекватными людьми. В этом мире огромное количество профессий, неважно, живете вы там в супермаленьком городе и какая у вас обстановка с работы, вы все равно, если очень зададите этой целью, можете найти какую-то другую работу, другое место. Там, вспоминая разные компании, в которых я работала, мне в них по-разному сложно было. То есть, например, вот когда я работала в компании L'Oréal, в плане того, что там нужно было постоянно себя презентовать. Раз в несколько месяцев мы запускали новый продукт, и нужно было делать презентацию для журналистов, для отдела продаж, иногда для всей компании, а это несколько сотен человек. Я помню, что у меня был огромный запуск, мы снимали огромный вообще холл в отеле, туда просто собрались там все регионы, то есть все региональные отделы продаж, все вообще сотрудники московского офиса. Это было какое-то просто огромное скопище людей. У меня был такой стресс, что я просто думала, что я упаду в обморок. И какой-то хороший человек посоветовал мне, что тебе надо выпить, чтобы расслабиться. Так вот, смешная история заключается в том, что да, я выпила пару бокалов шампанского, чтобы расслабиться, и всю презентацию... А презентовала я новую помаду. Вместо слова помада я говорила маскара, то есть тушь. Всю презентацию я говорила, что вот сейчас у нас 50 оттенков новой маскары и так далее. Ну, в общем, что-то такое. То есть для меня это была настолько ситуация вообще дискомфорта и стресса, после которой, я не знаю, я неделю приходила в себя. То есть, да, вот этот важный момент, что вы потом после вот такого огромного количества стимуляции вашей нервной системы еще должны очень долго от этого отдыхать. Но иногда у тебя нет возможности отдыхать, потому что за этим какая-то еще презентация, еще какая-то активная встреча, или приехал там хед-офис, еще что-то. И я помню, что мне очень сложно в эмоциональном плане было работать в L'Oréal, плюс потому что мне постоянно говорили, что тебе недостаточно просто делать свою работу, ты должна заниматься самопиаром, ты должна продвигать себя, ты должна быть заметной, ты должна быть активной. А для интроверта, в общем-то, быть заметной и активной — это такое, в каком-то смысле, эмоциональное самоубийство. И опять же, вот тогда я всего этого не понимала, и я либо страдала, либо ругала себя, либо винила себя, что я там такой лузер, либо пыталась себя сломать и быть не тем, кто я есть. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я даже не пробовала по-другому. Ну, как бы я не думала, да, то есть это был тот случай, когда ты такой, а что, можно было по-другому? Я даже не пробовала. Возможно, я бы попробовала, у меня бы не получилось поменять эту ситуацию, но как минимум попробовав, да, я бы сделала уже какой-то шаг. Вместо этого, что сделала я просто уволилась из компании, потому что я поняла, что для меня это огромное, ну, помимо там, каких-то прочих других минусов, для меня это слишком огромное количество стресса. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, например, в тот конкретный момент у меня была начальница, которая очень любила вот весь этот запуск, ей нравилось быть на сцене, ей нравилось выступать. И, в принципе, как минимум, я могла бы с ней выйти на какой-то душевный разговор и объяснить ей, что, слушай, ну вот для меня вот эти все запуски, это неинтересно, не круто, я не звезда в этом. Давай вот ты будешь делать эти запуски, бери это все на себя, я сделаю там, условно говоря, всю подготовительную работу, да, вот все, что не на сцене, и, может быть, какие-то другие на себя обязанности. Понятно, что исход этой ситуации мог быть разным. Она могла согласиться, сказать, да, слушай, круто, ну потому что ей нравилось делать эти запуски, а я бы ее избавила от какой-нибудь там рутинной, монотонной работы, которую ей не нравилось делать. Либо она могла сказать, слушай, нет, ты вот должна делать эту работу. Но как минимум я бы попыталась бы, да, и тогда бы уже принимала бы решение, например, об увольнении, исходя из какой-то более реалистичной картинки, чем просто там сбежав из той ситуации. С одной стороны, мы с вами вроде как уже разобрались, что для того, чтобы быть счастливым интровертом, вам нужно побольше делать того, что вам комфортно, избегать того, что вам некомфортно, то есть больше позволять себе быть собой, действовать, работать и жить так, как близко вашему темпераменту. Но очень важный момент. Ваши интровертные качества не должны быть для вас оправданием для того, чтобы подтолкать своим каким-то страхом и сопротивлением. Эти интровертные качества должны быть оправданием того, чтобы не пробовать новое, не развиваться в каких-то интересных вам областях, там, не двигаться в каких-то направлениях. То есть есть вот эта вот очень такая тонкая грань между тем, когда вы позволяете себе быть собой, и когда вы обманываете себя тем, что, ну, это просто вот я такой, и я не могу. Для наглядности давайте возьмем какой-то яркий прям пример, что, наверное, самое такое страшное для многих интровертов, это вот публичные выступления. Я, несмотря на то, что вот я говорю на камеру, у меня был там в университете опыт публичных выступлений, там, по работе мне приходилось делать презентации, то есть много-много лет я это делаю, но мне до сих пор супер некомфортно. В момент, когда мне нужно что-то презентовать, у меня начинается учащенное сердцебиение, в мозгу образуется какая-то пустота, потому что мне срочно надо бежать в туалет, потому что иначе мне кажется, что мой пузырь лопнет. То есть
происходит очень много всего, то делает публичные выступления очень дискомфортными. И, в принципе, я могла бы себе сказать, что, ну, тогда я не буду никогда выступать, я не буду давать интервью, я не буду ходить никому никуда там в какие-то, да, их там, куда они меня приглашают на какие-то там семинары, конференции и прочее, потому что мне это супер некомфортно. Но важно понимать, для меня это просто некомфортно и неинтересно, то есть мне не нравится процесс сам. То есть ни процесс, ни результат, ни до, после мне не нравится. Либо это же просто мои какие-то страхи и мое какое-то сопротивление. В какой-то момент я поняла, что в моем конкретном случае это скорее сопротивление. То есть когда я уже вышла на сцену и начинаю говорить, и если, например, я хорошо подготовлена по этому предмету, да, о чем я выступаю, то да, если бы я увидела, что аудитория, она отзывчивая, ей это интересно, что люди задают вопросы, они вовлекаются, через какое-то время забыла бы о своих страхах и просто бы там кайфовала. Потому что когда ты находишься в режиме того, что ты делаешь то, что тебе нравится, да, или та цель, которую ты преследуешь, например, для меня там цель делиться с другими людьми чем-то важным. Когда ты вот идешь на пути к этой цели, твои страхи и сопротивления могут, в принципе, немножко отойти назад. То есть, как я уже сказала, несмотря на много лет, да, выступлений, мне не стало комфортнее выступать, мне не стало проще. Но я, наверное, все-таки чуть-чуть меньше у меня тревоги перед выступлениями, чуть больше понимания того, что да, вначале будет пипец как страшно, главное вот продержаться в самом начале, а потом я кайфану. И после каждого там выступления, не знаю, какое-то интервью, которые я даю, или там, когда у меня какие-то даже вот консультации с людьми провожу, я тоже супер волнуюсь в самом начале и думаю, господи, зачем я в это ввязалась? А потом, постфактум, я очень четко различаю, что на самом деле это, ну, я получила огромное удовольствие от того, что я делаю, от того, что вот произошло сейчас. И вот это вот понимание, оно помогает мне в следующий раз не слиться, да, не испугаться, то, что я говорила, да, не потакать своим страхом. И это вот тонкая грань, про которую надо понимать. При этом абсолютно не значит, что всем интровертам надо идти и выставлять себя на сцену и перед кем-то выступать. Надо очень четко понимать. Если вам весь процесс этот вообще никак, ни в каком виде не нравится, то не надо это делать. И в этом плане имеет смысл попробовать несколько раз, да, дать себе несколько шансов по-разному в это поиграться. То есть то, что называется быть ситуативным экстравертом, тоже такая достаточно интересная концепция, что вы можете выбирать в определенных ситуациях побыть экстравертом. То есть вы говорите себе, что мне не обязательно меняться, мне не обязательно ломаться, мне не обязательно теперь всегда, да, получать наслаждение и идти на все возможные там публичные выступления и конференции. Но вот сегодня я побуду временно, ситуативно, экстравертно, потому что у меня есть определенные цели. И вот быть ситуативным экстравертом достаточно несложно, если ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Например, для меня огромная тоже история, да, пойти в какой-то там незнакомом месте, начать с людьми общаться. То есть это какой-то, например, митап, или я пошла на какое-то обучение, там незнакомые люди. То есть для меня это большой стресс заговорить с человеком, задать ему вопрос, проинициировать какое-то общение. Но если я, например, понимаю, да, вот я сейчас в Калифорнии, и я приехала в новую страну, у меня здесь нет, естественно, друзей, если я продолжу в общем-то, потакать своему комфорту, не общаться с незнакомыми людьми, то, соответственно, у меня не будет друзей. Если, например, меня это устраивает, да, то и не надо. Но поскольку я понимаю, что меня это не устраивает, я хочу, чтобы у меня был какой-то интересный круг общения, чтобы у меня было много друзей и так далее, то вот сейчас в каких-то да, моментах жизни, в каких-то днях я выбираю быть ситуативным экстравертом. Тут у меня, кстати, для вас есть несколько таких интересных упражнений, как вообще вот научиться разделять вот эту грань, да, что можно себе как экстраверту позволять не делать, да, позволять быть собой, а где все-таки это вот какое-то такое преодоление. Как я бы посоветовала это сделать? Возьмите лист бумаги, ну, либо там откройте какой-то файл на компьютере, куда вы запишете. Желательно это именно записать, то есть не просто подумать там где-то в голове, потому что так устроен наш мозг, что когда мы просто про это думаем, мы не так сильно проживаем это, не так сильно в это погружаемся, как если мы записываем рукой, особенно если мы записываем именно вот от руки, или хотя бы набираем на компьютере. То есть вот важно именно вот это все прописывать. Напишите список всего того, что вам как интроверту некомфортно делать. Я, соответственно, когда готовилась, тоже написала свой списочек для того, чтобы проиллюстрировать. Например, мне некомфортно снимать трубку и звонить незнакомым людям. Если я в большой незнакомой компании, мне сложно вклиниться в общий разговор и поддержать беседу. Каждый раз, когда мне надо выступать перед большой аудиторией, у меня учащенное сердцебиение, мысли путаются и очень хочется в туалет. Об этом я вам уже рассказывала. Мне не нравится ходить в бары, на тусовки, на митапы, особенно когда я иду одна и предполагается, что я там с кем-то познакома. Обычно мне не хватает смелости ни с кем там заговорить, люди со мной тоже не заговаривают, и в итоге весь вечер я одна, и мне скучно. Мне сложно первой решиться заговорить с незнакомым человеком, даже если мне есть о чем его спросить, и мне он, например, интересен. Я не люблю сборище друзей больше 6-8 человек. Мне кажется, что мне тогда не удается пообщаться с людьми, мне не удается быть в центре какого-то такого внимания. Я не могу взаимодействовать с людьми на близком
близком душевном уровне, мне кажется, что общение выходит очень поверхностно. Если я путешествую одна, я редко знакомлюсь с кем-то в поездке, и в итоге мне приходится проводить все время самой собой, иногда это бывает скучно. Мне некомфортно рассказывать о своих проектах и вообще о себе и о своих делах незнакомым людям. Я устаю, когда работа построена на постоянном взаимодействии с другими людьми. Я стесняюсь, когда мне нужно быть в центре внимания, например, выступать или как-то говорить о себе и так далее. Мне не нравится работать в командах, где моя работа оценивается по тому, насколько я активна и заметная, потому что если я стараюсь специально быть активной и заметной, мне кажется, что я на самом деле более какая-то ненатуральная, и фокус смещается с качества работы на что-то еще. В незнакомой обстановке мне очень сложно бывает подать голос и предложить какую-то идею. Мне тяжело подойти к незнакомому человеку и о чем-то его спросить, даже если это что-то очень простое, как, например, который час. Мне страшно решиться заговорить с соседями в самолете или с прохожим. Я думаю, что этот список, наверное, можно еще какими-то вещами продолжить. Кто-то, наверное, у себя узнает такие же пункты, у кого-то добавятся какие-то другие пункты, у кого-то какие-то пункты не будут присутствовать. Ну, важно, чтобы вы сделали свой такой список и честно, откровенно, прям вот в таких, как вы видите, да, подробных формировках написали, что вам не нравится и почему конкретно вам это не нравится. Дальше можно перейти к написанию второго списка. Его мы озаглавливаем как «нет ничего страшного в том, что я…» три точки. Или «я разрешаю себе не делать что-то». И дальше какие-то вещи из предыдущего списка перейдут у вас в этот список. Какие пункты у меня, например, перетекли? Я разрешаю себе не ходить в бары в одиночку. Нет ничего страшного в том, что иногда в незнакомой компании я молчу. Я разрешаю себе не заговаривать с прохожими, если мне не хочется. Ничего страшного в том, что я провожу много времени одна. Я разрешаю себе отказываться от шумных больших сборищ в пользу встреч с друзьями тет-а-тет. Как видите, какие-то пункты перетекли, какие-то даже добавились новые. То есть вам нужно подумать о том, все то, что, например, вас смущает про себя как про интроверта, и записать вот в этот самый список, что нет ничего страшного в том, что я себе разрешаю не делать то-то и то-то. Вообще вот концепция разрешить себе не делать каких-то вещей, она какая-то прям очень сложная для нас. Требуется огромное количество, не знаю, какой-то такой смелости, храбрости, чтобы себе что-то разрешать. Я, например, как и многие, да, люди, очень долгое время жила в такой вот парадигме, что мне должно нравиться то, что нравится другим людям. Если всем нравится или все кайфуют от этого, а я от этого не кайфую, значит, со мной что-то не так. И у меня ушло много времени какой-то такой внутренней работы, чтобы дать себе понять, что мне может нравиться то, что не нравится другим людям. А другим людям может нравиться то, что не нравится мне. И это нормально. Все люди разные. Мне совершенно не обязательно подстраиваться под других людей. Мне не надо приходить с другими людьми к знаменателю. Мне важно понимать, что для меня критическое и важное, и где я не готова, да, поступиться. И то, где я на самом деле могу, например, поступиться. И где, например, я могу быть ситуативным экстравертом, если надо. Я имею право решить, в какой степени я готова быть этим ситуативным экстравертом. На какой момент, на какое время и как часто. Я, например, не заставляю себя заговаривать с людьми. То есть раньше как-то переживала, просидишь там, думаешь, вроде, наверное, надо что-то сказать, или надо там то-то. Сейчас я понимаю, что, ну, если мне не хочется ничего говорить, то я просто пойду в кафе, одену наушники или возьму книгу и сделаю так, чтобы люди ко мне не подходили, то есть чтобы я не попадала в ситуацию, когда мне вроде надо общаться с людьми, а я, на самом деле, например, сейчас не в ресурсе с людьми общаться. И, соответственно, я просто делала какие-то вещи, да, включала какие-то стратегии, которые позволяли мне, в общем-то, избежать вот этих нелепых ситуаций, потому что если я сижу, например, в кафе в наушниках, я не чувствую себя неловко от того, что там мне надо с кем-то общаться или взаимодействовать. Или возьмем про такой пример, да, про путешествие, то, что я говорила, что я знаю, что если я путешествую одна, мне очень некомфортно как-то форсировать общение с другими людьми, и если получается, что люди сами со мной не знакомятся, то как-то я вроде оказываюсь одна в поездке. И я тоже на эту тему очень долго переживала, но потом я решила, что я не буду себя заставлять. Если у меня появится какое-то ресурсное состояние с людьми заговорить, я заговорю. Если его не будет, да, вот, может быть, сейчас мне в данный момент неважно вот в этой поездке как-то обзаводиться каким-то знакомым, то я себе позволю быть собой, но тогда я заранее продумаю, как сделать так, чтобы мне не было неловко, неудобно или скучно, или я не чувствовала себя одинокой. Решение, когда я путешествую одна, я загружаю огромное количество подкастов всяких разговорных в свой телефон, и, например, я там прилетела в какую-то страну, и вот хожу, гуляю по городу, слушаю подкасты. И вот это вот ощущение того, что я слушаю чей-то разговор, я как будто бы мысленно в нем участвую, то есть, я не знаю, может быть, для экстравертов это не работает, но для интровертов это действительно работает как эффект участия в разговоре. И выходит, что я получаю вот свой этот какой-то такой, да, ресурс общения,
общения, то есть вроде как я реализовываю потребность в общении, но при этом мне не надо себя пушить и искать это общение там в разговоре с незнакомыми людьми и так далее. Опять же, не для всех ситуаций это будет работать, но для каких-то ситуаций это работает. При этом у меня точно так же были какие-то поездки, где я намеренно решала быть открытой ко всему. Со мной кто-то заговаривал, я это общение продолжала, и в принципе в этих поездках тоже много чего интересного происходило, я знакомилась с какими-то необычными людьми, и это тоже был такой интересный новый опыт, в котором я решила стать ситуативным экстравертом. Это не поменяло мой тип личности, после этого у меня не появилось желание бросаться на всех незнакомцев, но это показало мне, что есть как бы какие-то другие варианты проживать эту ситуацию, да, проходить вот этот вот опыт отпуска в одиночку. И дальше у меня был выбор в последующих ситуациях, хочу я вот по тому пути пойти, который мне привычен, или по такому вот новому экспериментальному. И вот тут мы с вами как раз подошли больше уже каким-то практическим советам и жизненным стратегиям. И вот мне кажется, что очень важно для интроверта заранее продумать те ситуации, где ему некомфортно, где ему как-то сложно, и подумать о том, а как я могу эти ситуации развернуть. Возможно, на первый взгляд не будет никаких решений, но интроверты — это те люди, которые, как я уже говорила, очень вдумчивые, они много размышляют, они такие продуманные. И, в принципе, интроверт способен найти решение для любой ситуации, если он будет много про это думать, да, искать какие-то варианты. И вот дальше я буду приводить какие-то примеры, которые там, про которые я слышала, да, какие-то советы, рекомендации для интроверта, какие-то вещи, которые для меня работают. И это, этими примерами не ограничивается, да, жизнь. То есть если вам покажется, что вот эти примеры к вашим ситуациям неприменимы, а в ваших ситуациях я примеры не привела, это не означает, что этих примеров, да, или этих решений не существует. Это значит, что вам надо взять ответственность за свою интровертную натуру на себя и поискать эти решения, подумать, поразмышлять, что может помочь лично вам. Стратегия вот для интроверта, да, в тех ситуациях, где есть какое-то сопротивление, какой-то страх, какой-то дискомфорт. Единственный способ для интроверта как-то гармонично вливаться в эти ситуации, это расширять границу дискомфорта на чуть-чуть. То есть не пытаться, да, значит, что вы решили, например, быть ситуативным экстравертом, не ломиться в эту ситуацию, в общем-то, со всей просто дури. Потому что так можно себя сломать и потом больше, ну, получить какой-то, да, травматичный опыт, эмоционально травматичный, и потом не хотеть больше в эту ситуацию даже заглядывать. По крупицам, по каким-то шагам, да, вот в эту территорию заходить. Например, если говорить вот о моем, да, канале на YouTube. Когда я делала первое видео на YouTube, сходите, я вам, кстати, приложу, если вы еще его не видели, мне было так страшно говорить на камеру, когда вот начала его делать, думаю, господи, зачем я это ввязалась? И мне там нужно было в начале видео сказать какой-то такой очень простой текст, у меня ушел целый день, хотя текст у меня был написан, чтобы просто произнести этот текст. То есть некоторые предложения я не могла произнести без заминки, там было куча таких дублей, катов, то есть мне приходилось просто там раз по 30 одно и то же произносить, и если вы посмотрите вот это видео, я там сижу такая... И это более-менее, на самом деле, нормально выглядит, не потому что, вот я как-то сразу хорошо сказала, потому что это был там 140-й дубль какой-то. И сейчас, например, я сижу перед камерой, и мне совершенно комфортно. Ну, там, у меня могут быть какие-то моменты, когда я такая, в каком-то ступоре, но в общем и целом, за те несколько лет, что я веду канал на YouTube, лично для меня огромная разница в том, как я делала первые свои видео и как я делаю сейчас. И то, что я, например, много лет делала видео на YouTube, очень сильно помогло мне в развитии моих каких-то, да, вот этих интровертных сопротивлений, то есть мне сейчас гораздо проще выходить на публику, общаться с знакомыми людьми. То есть я все еще так же испытываю дискомфорт, но мне проще находить в себе какие-то такие внутренние ресурсы, внутренние какие-то инструменты, чтобы это делать. Поэтому, например, если вам как интроверту надо, например, выступать, да, и вы хотите выступать по работе, если вы просто сразу будете ломиться там на сцену и заставлять себя выступать, то, скорее всего, вы получите столько негативного такого внутреннего опыта и переживаний всяких на эту тему, что вам будет сложно переключиться в какой-то другой вот режим, когда вы будете кайфовать от переживать. Поэтому, что, например, помогает, да, ну, помимо того, что подготовка хорошая помогает, репетиция. Начните с того, что просто встаньте и попробуйте сказать вот всю эту свою речь перед самим собой, перед зеркалом. То есть первый раз, когда вы встанете перед зеркалом, вы будете супер стесняться, и вот просто даже видеть самого себя и свой там открывающийся рот очень неловко. Но если вы это сделаете много-много раз, со временем вам это будет комфортно. Следующий этап, поставьте там телефон, да, или какую-то камеру, запишите себя на видео, посмотрите на это видео. Вам будет некомфортно записываться перед камерой, вы будете путаться в мыслях, не знаю, вам будет потом стрёмно смотреть на это видео. Но опять же, если вы это сделаете несколько раз, вы продвинетесь и так далее и тому подобное. Там, если говорить о выступлениях, попробуйте, там, не знаю, соберите своих там домашних, родственников и друзей, скажите, ребят, мне надо порепетировать, давайте я вам расскажу вот на вашу маленькую аудиторию. И вот такая вот повторение, репетирование, тренировка, оно очень сильно помогает. Чем она помогает? Тем, что
Для интроверта страшны любые незнакомые ситуации. Но когда ты повторяешь одно и то же действие, какие-то элементы этой ситуации, они становятся более знакомыми, более привычными, и поэтому становятся чуть-чуть проще. Все равно остается, конечно, огромный элемент неизвестности, да, потому что какой у тебя будет зал, как будет звучать твой голос в микрофоне, как будет там реагировать там зрительская аудитория на тебя. То есть это все равно остается как бы за гранью известности, но какие-то вещи, они становятся более понятными и более близкими, знакомыми, каким-то привычными. Поэтому повторение помогает. Давайте еще какие-нибудь, например, ситуации разберем, да, которые очень такие сложные, дискомфортные для интровертов. Огромное количество дискомфорта для интровертов вызывает общение с незнакомыми людьми, поэтому я всегда задаю себе вопрос, хочу ли я попадать в вот эту ситуацию, где есть незнакомые люди, и напоминаю себе о том, какая у меня цель, да, то есть если я иду в какую-то незнакомую тусовку, потому что я хочу познакомиться, да, с какими-то новыми интересными людьми, или там какая-то тематическая тусовка, где я хочу что-то узнать, или что-то от этого получить, или как-то круто провести время, я напоминаю себе о том, что у меня вот есть такая задача, и что, к сожалению, для решения этой задачи в данной конкретной ситуации мне нужно себя вот засунуть в эту некомфортную ситуацию, нахождение в общине знакомых людей. Дальше я могу как-то к этой ситуации подготовиться, чтобы немножко снизить вот такой элемент тревоги и стресса. Например, я могу заранее продумать, если у меня стоит задача, да, познакомиться с людьми, как я это буду делать, какие вопросы я могу задать. То есть вот даже такая какая-то банальная глупая вещь, как заранее продумать, не знаю, темы для разговора, какие-то вопросы, которые вы можете задать. Потому что знаете, люди, они любят отвечать на вопросы, если вы там заранее заготовите какое-то количество вопросов, заготовите себе такую решимость, просто подходите, задавать людям конкретные вопросы. Привет, а ты откуда? О, а где ты учился? А как давно ты в этом городе? Ну, там, зависит, да, от какой-то ситуации. То есть заранее вот эти подготовленные вопросы и темы разговоров очень сильно помогают, да, в решении той задачи. То есть, опять же, они не снимут 100% стресса, но они помогут преодолеть вот это вот первичное сопротивление. Еще один, например, мой личный тоже лайфхак, если я знаю, что я иду на какую-то тусовку, будь то это там сборище друзей, вечеринка, или это там, не знаю, какой-нибудь тренинг, семинар, конференция, я стараюсь прийти сильно заранее. То есть, во-первых, я смогу в спокойной, комфортной обстановке сделать все, что мне надо, прийти. Я не буду переживать, что если я там, например, опаздываю, это добавит, да, какого-то стресса. Я приду в это место, я смогу как-то освоиться, оглядеться по сторонам, посмотреть, что за люди, не знаю, выбрать место, где я буду сидеть. Ну, все что угодно, да, все, что требуется интроверту для того, чтобы сделать эту ситуацию, это место, да, эту обстановку для себя более привычной. И дальше, когда ты приходишь раньше, чем большинство, да, людей или там большинство гостей, у тебя есть возможность оказаться в меньшем количестве людей. То есть, например, если я знаю, что там какая-то, например, вечеринка, на которую придет 20 человек, и мне 20 человек это уже too much для меня, я приду, например, на полчаса раньше, я в это время могу сказать там хозяйке, давай я тебе помогу, да, и даже если я эту хозяйку не очень хорошо знаю, мне не надо с ней общаться, я вроде там помогаю салат резать или еще что-то, и постепенно у нас может зародиться какой-то разговор. Там потом будут подтягиваться какие-то еще другие гости, которые будут подсоединяться к нам, потому что вот человек заходит, да, видит, что там что-то происходит, он туда присоединяется. И для этого человека я уже часть этого общения, то есть мне не нужно врываться в какую-то тусовку, в какое-то незнакомое общение, я уже являюсь частью, и люди там начинают мне задавать вопросы, увлекать меня, и снимается проблема, как мне вклиниться в разговор, как меня себя там преподнести, как там для меня это тоже большой стресс войти в какую-то аудиторию, где много людей, сказать «Привет, я Стелл». И вот такие какие-то моменты, да, они тоже помогают. Если, например, вы понимаете, что вы там, окей, себе разрешили не ходить на какие-то шумные сборища друзей, но бывает ситуация, когда нужно прийти, не знаю, там, ваш друг, например, переезжает в другой город, и вот он вас позвал, вы не можете сказать, что, знаешь, я вот не хожу на большие сборища, прости, извини. То есть вы понимаете, что, может быть, другого у вас шанса в ближайшее время не будет, да, увидеть этого друга. Вы приходите на это сборище раньше, да, по нашему предыдущему лайфхаку, и вы можете заранее договориться с хозяином, что, слушай, вот я, там, у меня сегодня какой-то там аврал, форс-мажор, я вот побуду там полтора часа и потом уйду. Соответственно, вы не истощите весь свой ресурс общения с людьми, особенно если вам, например, сложно, да, долго находиться в обществе людей. Вы удовлетворите хозяина, вы удовлетворите свое желание с этим там человеком пообщаться, повстречаться, попрощаться и т.д. И вы застанете ту часть вечеринки, когда еще не супер шумно, не супер там как-то активно и так далее. Это тоже вот один из лайфхаков. И таких лайфхаков каждый человек, ну, исходя из своих каких-то конкретных проблем, да, или конкретных ситуаций, может найти множество. Мы часто думаем, что, ой, да, может это неудобно, может это нет. Но опять же, надо понимать, что вы не можете всегда быть удобными для других людей. То есть, может быть, хозяину, конечно, вам причем это кажется, было бы удобно, чтобы вы были до конца вечеринки. Но поверьте, если у него и так веселая вечеринка, если вы пробудете с ним какое-то время и уйдете раньше, он не сильно от этого расстроится. Поэтому здесь важно искать вот этот такой
логичный, не знаю, не то, что логичный, а правильный компромисс, чтобы и вам было комфортно, и вы выполнили свой какой-то дружеский долг и получили кайф от общения с человеком. И в этом гораздо больше ценности, чем вы будете, например, сжаться в уголочке какой-нибудь там вот этой тусовочного места, да, вот этой вечеринки, а ваш хозяин будет больше переживать про то, как вас там вовлечь в этот разговор, как вас там развеселить. Ну, кстати, раз уж мы затронули вопрос там взаимодействия с друзьями, давайте тоже эту тему обсудим с точки зрения интровертов. Интроверты должны понимать следующее. Им нужно гораздо больше отдыха от общения, какого-то, да, вот уединения, одиночества, времени наедине с самим собой, чем, например, экстраверт. Поэтому в зависимости от того, кем являются ваши друзья, вам нужно понимать, как вам с ними грамотно взаимодействовать. Если среди ваших друзей имеются экстраверты, то вы должны понимать, что им не очень близок ваш подход, они не совсем понимают, как вообще у вас все устроено, и они не знают о том, что вам нужен отдых. И для них, например, зачастую там ваше нежелание пойти куда-то с ними или как-то активно вовлекаться с ними может выглядеть как то, что вы там на них обиделись или то, что вы не хотите с ними общаться. Поэтому очень важно научиться доносить до своих друзей то, что вы интроверты, что вы от них отличаетесь, и что вам действительно сейчас очень важно побыть наедине с собой, что вам сейчас важно отдохнуть. У меня про это был какой-то пример. Я помню, что я путешествовала с друзьями, и там было какое-то количество людей, которых я вообще не знала, и была вот одна моя подруга близкая, которую я хорошо знала. Ну, соответственно, те люди были ее друзья. И в какой-то момент, мы там около месяца путешествовали, я поняла, что я так устала. То есть люди классные, тусовка была очень классная, мы до сих пор с этими ребятами общаемся, но я поняла, что я в какой-то момент просто устала от общения. А, и в какой-то момент у нас случилась такая история, что мы приехали на какой-то остров, должны были побыть там день и вернуться обратно в наш отель, но ребята такие, а давайте останемся здесь. И я сказала ребятам, давайте, как короче, вы оставайтесь на этом острове, я пойду обратно в отель. Ну, я тогда это мотивировала тем, что у меня нет лишних денег, чтобы за тот отель, да, мы уже заплатили, еще мы сейчас заплатим за второй, чтобы как-то я не планировала столько денег потратить. То есть я использовала это как определенное такое оправдание, ну, которое для людей обычно очень такое валидное. Ну, как бы деньги — это серьезный вопрос. Я, соответственно, одна вернулась в наш отель, и весь следующий день ребята провели на острове, а я провела сама с собой. И это был такой кайф. То есть, во-первых, я успела по ним соскучиться, я успела перезагрузиться, я успела посидеть там своим ноутбуком, пописать что-то в своем дневничке. Я погуляла одна по городу, я сделала те вещи, которые мне хотелось сделать. И вот для меня, например, вот этот вот один день, он как-то вот дополнил всю поездку, потому что он дал мне возможность перезагрузиться, отдохнуть, подзарядиться энергией, и если бы этого дня не было, то, скорее всего, бы там последующие бы дни я была бы какая-то нервная, раздраженная, и моим бы этим друзьям, да, бы от меня досталось от моего там какого-то непростого характера. И вот тоже вот важно это понимать и доносить до друзей, что вот иногда вам нужно вот это время. То есть нужно с друзьями, может быть, договариваться, да, каких-то правил взаимодействия, что вот слушай, там, если мы едем с тобой в поездку, вот мне важно один день побыть самим собой. Если вы не можете им объяснить вот это в таком, то сказать, что, слушай, у меня есть какая-то работа, которую мне вот нужно будет сделать, поэтому давай вот 4 дня мы с тобой тусим, на 5-й день ты там как-то запланируй себе сам какое-то развлечение, я вот буду сидеть весь день работать. Ищите любые способы. Не можете объяснить, как есть, ну, придумывайте какие-то, да, на первое время, может, какие-то оправдания, когда уже потом друзья привыкнут к вашему формату. Вы же можете с ними там более откровенно, да, если вы пристесняетесь сейчас говорить. В данный момент вы не хотите с ними пойти на какую-то очередную тусовку, что вы, например, с большим удовольствием повстречаетесь с ними тет-а-тет. У меня, например, есть такие друзья, которые, а, пойдем со мной на вечеринку. То есть для них это формат взаимодействия со мной. Но для меня пойти с другом на какую-то шумную вечеринку, где он там будет общаться с другими людьми, это не мой формат взаимодействия с ним. Я хочу с ним лично пообщаться. И вот это тоже очень важно, объяснять друзьям, что слушай, я вот лучше с тобой лично пообщаюсь, я вот лучше тебя позову там на чай домой, еще что-то. Немножко тоже хотела поговорить про такие области, как там работа в команде, лидерство, какая-то такая вот так, проявление активности, не знаю, проактивности, заметности на работе. Это не обязательно, может быть, на работе, может быть, это там в учебе, еще где-то. Возьмем какое-нибудь обучение, да, то есть вы пришли на какой-то тренинг или на какую-то конференцию, какой-то семинар, и вы понимаете, что вам важно по каким-то причинам проявить там активность. Например, это какой-то семинар по вашей работе, и потому, насколько вы активны в этом семинаре, будет оцениваться какие-то ваши профессиональные качества, не знаю, может, там повышение будет, ну что-то, да. Опять же, тот же метод, как в общении с незнакомыми людьми. Заранее продумайте, как вы можете влиться, да, в это участие. Может, продумайте какие-то вопросы. Изучайте тот материал, который вы будете изучать на обучении, чтобы у вас были какие-то готовые мысли, которыми вы можете делиться. Может быть, внимательнее слушайте других там выступающих, задающих вопросы, задавайте уточняющие вопросы. То есть, если это какой-то такой процесс обучения, где вам нужно будет делиться
какими-то своими там мыслями, наработками, своими какими-то решениями, то старайтесь презентовать вначале, до того, как не презентовали уже все, чтобы не оказалось, например, что презентуют такой же, да, вариант, как у вас, и вам потом нечего сказать. То есть для интроверта оказаться в ситуации непредсказуемости, да, это большой стресс. Поэтому если вы выступите вначале, будет немножко проще. Второй тоже совет, что если, например, вы в какой-то большой аудитории, и вам, например, сложно подать голос, да, как-то привлечь к себе внимание, садитесь рядом с тренером, лектором, там, учителем, кто угодно. Даже если у вас, например, не появится возможность высказаться, как минимум лектор, да, если это важно в той конкретной ситуации, увидит, что вы хотели высказаться, что вам было что сказать, что вы тоже вовлечены в процесс. Ну, или если это хороший тренер, фасилитатор, да, то он увидит, что у вас есть желание, да, или может у вас по глазам это прочитать и даст вам слово. Но для этого вы должны быть близко, да, там, на первом ряду, прям рядом, а не сидеть в конце, где вас просто не будет заметно. Еще один такой тоже совет, если вы, например, были на какой-то конференции тематической, послушали спикера, вы хотели ему задать вопрос, но потом не решились, или у вас какой-то там все, например, высказывались своими мнениями, но вы не решились высказать свое мнение, но вам важно донести свою мысль до этого человека, задать ему какой-то вопрос, вам ничего не мешает сделать это потом постфактум. То есть вы можете после, да, окончания этого выступления, обучения подойти, задать свой вопрос, да, когда он там будет один на один этот человек. Вы можете, да, если у вас есть какой-то доступ к его там имейлу или соцсетям или еще чему-то, ему потом постфактум написать, поделиться своей какой-то мыслью или даже просто там сказать, что вот у меня, я там не нашел момента поблагодарить вас за ваше выступление, но хочу сказать, что вот разделяю ваши мысли, или вот мне очень интересно, о чем вы говорите, или вот у меня так появился такой-то вопрос, вот жалко, у меня не получилось возможность его задать. То есть вы можете, как то, что называется по-английски, профоллоуапить, да, как бы про, даже не знаю, какое вообще русское слово на эту тему, как-то, да, продолжить взаимодействие с этим человеком, если вам это, например, по каким-то причинам важно. Я, например, такие вещи часто использовался, подал на какой-то там тренинг или еще куда-то, или там на какое-то выступление какого-нибудь блогера или кого-то, какого-то важного мне человека, но я не могла найти там какой-то момент вклинить себя, да, то я потом очень часто, или даже на каком-то вот сборище людей, например, какой-то был человек интересен, но у меня там не хватило, например, решимости с ним как-то активно пообщаться по его теме, то я потом просто находила этого человека, например, в соцсетях, ну, здесь какое-то, да, какое-то было общее сборище, то есть не то, что я там сталкерила его, и я ему писала, что, слушай, ты вот что-то там упоминала про такой-то проект, это было очень интересно, если у тебя будет, ну, желание, давай еще повстречаемся, ты мне расскажешь еще про этот проект. То есть, потому что тогда мы попадем в сеттинг, да, общения тет-а-тет, где мне будет комфортно. Вообще, я уже говорила, да, про это, что большая проблема интровертов в том, что нам нужно время перед тем, чтобы высказаться. Тогда как экстраверты, например, они говорят и думают одновременно. И поэтому экстраверты, в принципе, много говорят, потому что для того, чтобы какую-то ситуацию разобрать в своей голове, подумать, им надо начать об этом говорить. Интроверты же, наоборот, пока они не сформируют свое мнение, не продумают, не взвесят, все ли они правильно говорят, где ли они не ошибаются, безопасно ли это ответ для того, чтобы его произнести, они не будут высказываться. И поэтому часто, да, мы как интроверты упускаем вот эту вот возможность высказаться, или нас не хватает какого-то, мы так считаем, что нам не хватает смелости, да, вставиться, вклиниться в какой-то разговор. Но это вот отчасти тоже связано с тем, что нам требуется больше времени. И, в принципе, я тоже читала, да, в всяких разных книгах, что тот формат взаимодействия, который существует в команде, он, ну, во многих, да, там, культурах, он такой более экстравертный. То есть, условно говоря, дается какое-то задание или какое-то обсуждение, и все говорят, так, кто, у кого есть что сказать. И, естественно, экстраверты обычно тянут первыми руки. Но если бы, там, тренер, учитель, не знаю, спикер, фасилитатор сказал бы, ребята, давайте возьмем паузу на одну минуту или, там, на пять минут, вы все подумаете, подготовитесь к каким-то ответам, и потом, соответственно, те, у кого есть что сказать, ответят. И это очень хорошо, потому что это позволит интровертам как раз догнать этот момент, когда им нужно продумать в тишине, в спокойствии самим собой, и у них будет готов ответ. Поэтому, кстати, вот если вы, например, где-то что-то проводите, какое-то обучение, фасилитируете что-то, не знаю, какие-то лекции, конференции, то помните об этом, для того, чтобы ваши тоже как собратья интроверты сказали вам спасибо, обязательно давайте вот эту паузу, да, продумывайте ее, чтобы те самые интроверты могли за это время как-то подготовиться с ответом. Если говорить о работе в команде, интровертам сложно работать в команде, потому что, во-первых, стресс от взаимодействия, им проще как-то сами с собой, в одиночестве. И если вы работаете на таких работах, где требуется там работа в команде, то, как я уже, да, приводила какие-то примеры, попробуйте пересмотреть, переобсудить свою работу, да, или как минимум договориться с людьми, с которыми вы работаете в команде, что вот у вас немножко другой подход, и что, например, вам требуются какие-то такие
периоды времени, когда вам нужно погрузиться в работу, чтобы вас никто не трогал. То есть, например, условно говоря, вот сейчас я час занимаюсь чем-то своим, меня никто, пожалуйста, не трогайте. Даже в некоторых вот офисах, здесь, например, в Кремниевой долине, есть там правило открытой-закрытой двери. То есть, если дверь открыта в офисе, то в твой офис могут люди заходить с каким-то, да, там, вопросом, предложением. Если дверь закрыта, то никто не может даже постучаться, войти. Это означает, что в этот момент ты находишься в каком-то моменте самого с собой, может, там что-то такое важное делаешь, что-то такое, что требует сосредоточения, и люди не должны тебе мешать. То есть, вот какие-то тоже можно о каких-то таких правилах договориться, да, как вот то, что я начала говорить, про сейчас я час работаю, вы меня никто не беспокоите, потом я там выделяю следующий час, когда все могут приходить и меня тревожить. И вот тоже попытка создать правильный какой-то такой вот рабочий график, да, рабочий распорядок тоже очень важен для интроверта. Для меня, например, это как работает? Я проверяю имейлы в определенное время. У меня нет ресурса быть все время доступной и тут же отвечать людям на их сообщения, комментарии, имейлы, что-то еще. То есть я выделяю определенный момент, когда я вот открываю и смотрю все комментарии. Открываю, смотрю все имейлы. Это, соответственно, меньше истощает мой ресурс. С точки зрения продуктивности тоже получается более эффективно. Но и с точки зрения вот интровертности и уровня энергии получается тоже лучше, потому что ты можешь скопом решить одинаковую задачу, тебе проще, потому что это однообразная задача, ты как бы к ней уже настроился, и все. А дальше потом тебе не надо себя там выдергивать, получать вот эти лишние стимулы своей нервной системы, когда там наваливаются какие-то постоянно разные, разнообразные и новые задачи. Если, соответственно, вы попадаете в такую ситуацию или в такую работу или в такую команду, где вам не получается свои правила устанавливать, то, возможно, вам надо искать другие команды, где люди работают по вашим правилам или, по крайней мере, они готовы, да, с вами договориться. То есть тут уже вопрос вашего выбора. Вы можете страдать и мучиться как интроверт, либо просто искать те места, где вас, что называется, поймут и примут. Но, опять же, не в том смысле поймут и примут, что прочитают ваши мысли, сделают то, что вы хотите, а что вы сможете донести, и люди будут открыты к тому, чтобы принять ваши тоже какие-то стандарты работы. Если говорить там о лидерстве или даже в принципе, да, вот я приводила тоже пример, что есть какие-то задачи на работе, которые не близки интровертам и в которых им сложно, да, отодвигать вот эту вот зону комфорта, то эти задачи можно делегировать. То есть если вы являетесь там начальником, лидером группы людей, и вы интроверт, вы можете сразу заранее решить, какие задачи вам, условно говоря, некомфорт. То есть, грубо говоря, вы можете быть интровертом, быть президентом страны, да, вы просто заранее решите, что, например, там взаимодействие с другими странами у вас ведет министр по внешним делам. Вы не ездите на встречу с другими президентами, там, за редким исключением. Общение с журналистами ведет ваш пресс-секретарь. И это, в принципе, тоже нормально, да. То есть, понятно, что могут быть какие-то ситуативные исключения, да, когда вам придется все-таки быть ситуативным экстравертом, но в целом вы можете продумать свою работу так, чтобы те части, которые вам не близки, были делегированы. Даже вот как фрилансер, да, как, не знаю, человек, работающий на себя, вы можете нанять ассистента, который является более экстравертным, чем вы, и пусть этот экстраверт там за вас там звонит незнакомым людям, о чем-то договаривается, не знаю, продает за вас какие-то ваши услуги, еще что-то. То есть вы избавитесь от тех дел, которые истощают вашу энергию, и лучше направите это время и эту энергию на какие-то другие дела. И, например, вот с точки зрения там партнерства тоже, вот, то есть вот когда я и Аня, мы начинали наш подкаст, то мы как-то не разделяли, конечно, что вот я интроверт, Аня экстраверт, круто, вместе сделать проект. Мы просто начали делать этот проект, но со временем я поняла, что это очень круто, что мы разные, мы договорились о определенном формате работы, и мы договорились о том, что есть какие-то задачи, которые проще делать мне, например, какие-то рутины, заниматься сайтом, публикациями, какой-то технической стороной. А есть какие-то вещи, которые мне делать сложно, например, общаться с знакомыми людьми, ходить на какие-то конференции, представлять нас как подкаст, общаться с рекламодателем, и этим с удовольствием занимается Аня, потому что она экстраверт, и она кайфует, да, от того, что у нее постоянно что-то новое происходит и какое-то взаимодействие с людьми. Еще тоже такой важный момент в плане общения, что должны знать и понимать про себя интроверты. Мы очень часто кажемся для других людей, особенно экстравертов, неэмоциональными, закрытыми, какими-то скучными, неинтересующимися, там, как будто бы нас не волнует, что происходит. Мы можем казаться какими-то грубыми, резкими и закрытыми, ну и так далее. То есть просто мы менее, да, эмоциональны, и вот, может, там такая, что мы там бурю эмоций переживаем. А для экстраверта это такая пустота, да, там, то есть есть вот, когда вот так вот, да, синусоида, есть когда вот, вот так, или просто прямая. То есть то, что для нас синусоида, для экстраверта прямая линия. И получается тоже очень важно взаимодействие с друзьями понимать, что, например, если там произошел какой-нибудь конфликт или какая-то сложная ситуация, мы просто ушли в себя, потому что нам надо перезагрузиться, побыть, но экстраверту со стороны кажется, что, значит, мы не переживаем по поводу этой ситуации, значит, нам нет дела. И вот часто там в парах, да, бывает
какие-то конфликты, что, например, там один да, партнер такой, типа, пытается там что-то эмоционально разрулить, а другому нужно просто там переварить в себе эту ситуацию, продумать. Он просто там закрывается, начинает молчать или уходит в другую комнату, и первый партнер, особенно если он экстраверт, начинает кричать: «Вот, тебе нет дела до наших отношений! Ты там такой-сякой, ты вообще безэмоциональный!» и так далее. И вот в этом конфликте очень важно понимать, что вы интроверт, а тут человек экстраверт. Тот человек не понимает про вас ничего, и что вам нужно с ним взаимодействовать, что вам нужно ему словами проговорить то, какие, да, претензии он открыл. Вам нужно сказать, что я переживаю за эту ситуацию, но ты же знаешь, что я не такой эмоциональный. Я очень сильно хочу там разрешения этой ситуации, я очень там тебя люблю, очень ценю, ты мне очень важен. Просто ты же знаешь, что вот я не умею выражать. То есть вот нужно проговаривать, да, вот эти все моменты. Опять же, если возникает конфликтная ситуация, когда там до вас экстраверт орёт, что вот я для тебя все делаю, а ты вообще такая скотина, не знаю, ничего тебе не важно, и ты, я тебе там то-то купил, подарил, а ты там даже никак не реагируешь. Важно вот в этом конфликте, да, слышать не эмоции, важно слышать суть, которую пытается до вас донести ваш там друг, партнер, не знаю, ребенок, все что угодно. Что он хочет донести? Вот что он, если бы он сейчас был бы в спокойном состоянии, а экстраверты, да, не, мы знаем, что они не могут быть в нашем понимании более спокойном состоянии, что они просто другие. Нам кажется, что он там супер бесится, а для него это на самом деле как бы вполне даже спокойно. То есть когда он разбесится, там нас просто размажет по стенке. И нам важно понимать, вот что, если бы этот человек был бы более спокойным, что бы он хотел нам сказать? Наверное, он нам хотел бы сказать о том, что ему хочется, чтобы мы проговорили и выразили какую-то благодарность за его действия. Ему хочется, чтобы мы демонстрировали любовь более активно и так далее. Ну, то есть, вот понимаете, да, что вам нужно как бы отсекать эмоции, которые ну, вам сложно считывать, и пытаться за этими эмоциями понять, что хочет сказать человек. И, соответственно, отвечать ему так, как вы можете, отвечать ему словами. Если вы можете как-то проявить какие-то эмоции, то, может быть, научиться проявлять эмоции. Ну, это сложнее для интровертов, поэтому как минимум проговаривать словами, чтобы избегать каких-то конфликтных ситуаций. Опять же, если вам человек важен, да, если это какой-то ваш близкий человек, там, не знаю, партнер по жизни, по работе, друг, ну и так далее. Еще тоже такой важный момент про то, как интроверты переживают конфликтные ситуации. Интроверты более подвержены стрессу и какому-то такому попаданию, да, в дискомфорт, в тревогу, если, например, на них давят, оказывают им какое-то такое вот моральное давление, какую-то агрессию в их, да, сторону, там, те же эмоции, то, что я говорила раньше. И очень часто интроверту проще сдаться, да, чтобы как бы остановить вот этот вот поток огромного количества стимулов, которые в их адрес отправляются. И здесь очень важно понимать, та ситуация, в которой вы сдались, она была важная для вас или неважная? Если, например, она была для вас важной, то есть вы не хотели, да, там, уступить свои позиции. Вы решаете, куда поехать в отпуск со своим там партнером, и вам хочется туда, но партнер начинает вас, на вас давить, говорит: вот, ты никогда не хочешь поехать, куда мне надо, тебе не для меня дело, ты вообще такой сякой. И мы понимаем, что все это заходит в какую-то в зону эмоций, в которых нам очень сложно и стрессово, поэтому нам проще согласиться. И тут как бы, да, по-разному может быть. Может быть ситуация, когда нам действительно было неважно, куда ехать в отпуск, и мы готовы, в принципе, и в том месте, куда хотел наш партнер, получить удовольствие. Но может быть, это в очередной раз мы сдались в ситуации, где мы хотели в какое-то конкретное место поехать, но мы опять сдались, потому что нам проще избежать конфликта и так далее и тому подобное. Так вот, очень важно понимать, что в каких-то ситуациях нам надо научиться отстаивать свою точку зрения. Ее можно отстаивать разными способами. Ее можно отстаивать тем, чтобы избегать изначально этих конфликтных ситуаций, то есть продумать, как можно донести свою идею до нашего партнера до момента, когда будет конфликт, до момента, когда он там на уровне каких-то эмоций, да, какой-то вот ажиотации. Может быть, нам надо учиться просто стоять на своем месте, то есть, да, доносить, что вот я хочу так, и вот почему мне это важно, да, и объяснять, что вот смотри, как бы вот если мы поедем туда, я себя буду чувствовать так-то и так-то. Если мы поедем сюда, я буду себя чувствовать гораздо лучше. Можешь ли ты, например, мой дорогой партнер, согласиться на мою ситуацию, потому что мне в этой ситуации будет лучше? То есть, если я тебе вот важен, да, можешь ли ты пожертвовать своим вот решением, мнением и чем-то еще и согласиться на мою ситуацию? К сожалению, да, тут такая сложная тоже территория для интровертов высказываться, говорить о чем-то, что вот им важно и дорого, но если тоже учиться этому, и это тоже с практикой, в общем-то, приходит, то можно выходить из конфликтных ситуаций как бы, да, с другими немножко результатами.
Ну и уже подходя к совсем к концу этого видео, последнее, что я хотела сказать, и я, в принципе, уже об этом упоминала, но хочу обратить на это особое внимание. Для интроверта очень важно иметь вот это время перезагрузки и отдых. Нельзя себя лишать этого времени. Нельзя это время пытаться минимизировать. То есть, например, вы сделали какое-нибудь, например, огромное выступление, и вам, как интроверту, на сегодня нужно просто там лежать в лёжку, читать книжку и отдыхать. Но вы такие: «Ах ты, ленивая скотина, давай, иди, ломись, делай что-то еще». И я, например, тоже вот долгое время себя ругала за лень и прокрастинацию, но потом я заметила, что иногда это не лень и не прокрастинация, это после какого-то такого важного мероприятия или какого-то активного общения, или, например, после какой-то поездки, да, куда-то. Мне важно потом побыть с самой собой, и важно мне самой это уважать в себе и своим, например, домашним тоже об этом объяснить. Поэтому у нас, например, с мужем часто, когда какие-то ситуации, я понимаю, что все, я что-то устала от людей, общения, и даже не могу с ним, да, но да, сейчас мне прям надо побыть одной, я иду в свою там рабочую комнату, или, например, когда у нас не было этой лишней рабочей комнаты, я там шла в спальню и говорила: так, мне нужно, короче, типа cave in, да, мне нужно уйти в свою пещеру и там побыть одной. И он понимает, что для меня это важно, потому что иначе я становлюсь какой-то раздражительный или какой-то уставший и так далее. И важно прям продумать, вот как вы, как интроверт, будете находить для себя вот эти места, ниши, какие-то уголочки, вот эти ваши пещеры, где вы сможете отдыхать от всех вот этих стимулов. Это может быть там договориться с домашними, да, о каком-то времени, когда, не знаю, время тишины. Может быть, как в моем случае, я понимаю, что мне очень важно иметь свой рабочий кабинет, комнату, когда я могу закрыть дверь и вот тихо. Это стоит чуть дороже, чем снимать комнату без кабинета, но я поняла, что, ну, как бы я не могу, иначе я менее эффективна и продуктивна. Ну, понятно, что для кого-то, может, это прозвучит как, знаешь, проблемы белых людей. На самом деле, это очень интересный момент, когда ты понимаешь, что для тебя что-то жизненно важно, ты находишь способ этого достичь. Еще тоже момент, что есть какие-то и, что называется, лайфхаки. То есть понятно, что не каждый может себе выделить комнату, кабинет, например, особенно если большая семья, есть дети, да, то есть, ну, нет под это ресурса. Но, например, есть какие-то другие вещи. Условно говоря, у меня есть наушники с шумоподавлением. Сейчас вам, кстати, их покажу. Такие вот огромные наушники, которые одеваются полностью на уши. У них есть кнопочка, когда их включаешь, и включается шумоподавление. То есть в тот момент, когда я в этих наушниках с включенным шумоподавлением, я не слышу других звуков. Я не слышу никакого шороха, шуршания, не знаю, там, условно говоря, кондиционера. Я не слышу даже то, что мой муж смотрит телевизор, еще что-то. То есть ты не слышишь никаких звуков. И вот ты, получается, то, что по-английски называется zone out, как-то вот в своей этой пещере оказываешься в виртуальном смысле. И, например, мне это очень сильно помогает отдыхать, потому что чем меньше звуков, шумов, это тоже, да, как мы говорили, это тоже помогает нервной системе не перестимулироваться. Я даже часто включаю эти наушники, включаю шумоподавление и не включаю никакой-то там звук или музыку или подкаст. То есть я просто сижу в этих наушниках в тишине. И мне в такой обстановке гораздо проще, например, работать. Я очень часто в таких наушниках путешествую. То есть я, например, в аэропорту много часов провожу, я понимаю, что я устаю от этого гула людей, каких-то шумов, звуков и так далее. И я просто хожу в этих наушниках постоянно, даже могу ничего там не включать. С точки зрения офиса, может быть, вам не нужно, например, ходить на ланч все время там с вашими коллегами обедать. Может, вам надо ходить на ланч в одиночку или вообще ходить просто там, брать какой-нибудь с собой бутерброд или еду, идти там гулять по улице или сидеть в каком-нибудь месте, заниматься каким-то своим делом. И вот это будет тоже достаточно такой перезагрузки, да, если вы сделаете это там 15-20 минут, только не надо в этот момент сидеть в телефоне, потому что это не отдых, это перестимуляция просто самая настоящая. Вот сделать какое-то простое дело или вообще ничего не делать, и это тоже очень сильно помогает перезагрузиться. Соответственно, потом на выходе, да, по итогу дня вы будете не такими уставшими. Опять же, надо все это пробовать, смотреть, что лично для вас работает. Ну и последнее, если вам, например, недостаточно информации, которую я рассказала про интровертов, есть, в принципе, несколько хороших книг. Часть из того, что я рассказывала, в общем-то, основывается на этих книгах, но там больше информации. Я бы, наверное, назвала сейчас, наверное, 4 книги. Есть две книги, наверное, которые самые известные про интровертов, самые клевые, мои любимые. Это книга, которую написала Сьюзен Кейн. Называется «Интроверты. Как использовать особенности своего характера». Там как раз все вот эти исследования, про которые я упоминала, да, где вот выявлялось, чем хороши, плохие интроверты, про то, как интроверты могут быть лидерами, про то, как интроверт влиять на мир своим способом. Вторая книга у нее называется «Quiet Power». На русский перевели как «Тайная сила интроверта». То есть, на самом деле, это тихая, да, такая тихая сила. И книга, на самом деле, написана для подростков, там, ну, подростков, школьников, там, не знаю, студентов. То есть там очень много рассказывается, особенно про американскую, да, культуру, как сложно студенту, например, интроверту выживать в Америке, где, например, когда ты находишься на уроке, да, на занятии, тебе очень важно постоянно, вот у них participation, да, то есть тебе важно постоянно быть активным, задавать вопросы, там, не знаю, включаться в дискуссию, потому что если ты отмалчиваешься, для учителя это выглядит как то, что ты не участвуешь в процессе, ты получаешь более плохую оценку. То есть там очень много советов, ну, не только, естественно, применимо к Америке,
человеке. Очень классный совет для там, студентов и школьников, но мне кажется, что даже если взрослый человек, ну, я сама читала эту книгу, как взрослый человек ты это читаешь, да, ты видишь очень много практичных советов, ты просто тебе нужно их как-то перенести на свою жизнь, но, в общем-то, параллели эти сделать несложно. Еще две книги, они мне чуть меньше понравились, может, потому что я уже их читала после этих, но они тоже очень классные, в принципе, в любом порядке можете прочитать, что вам там раньше достанется. Первая книга называется «Секретная жизнь интровертов», написал ее Джен Граннеман, а вторая книга называется «Преимущества интровертов», «Introvert Advantage», написал ее Марти Лейни, кажется. Я, как обычно, ссылки и на русские, и на английские книги приложу, потому что я знаю, что некоторые из вас читают на английском тоже так же, как я, кто-то читает на русском. Все, в принципе, эти книги я проверила, они переведены на русский, их можно купить, я не знаю, там, может, их нет в наличии, но я думаю, что как минимум в какой-нибудь там электронной библиотеке, того, типа того же Литраса, всегда это можно найти. Вот, если, короче, вы интроверт, и вам сложно со своими какими-то интровертными качествами справляться, то обязательно обратитесь к этим книгам, они очень сильно помогают, в общем, примириться со своим внутренним интровертом и начать получать кайф от жизни и, что самое главное, достигать тех целей, которых вам важно достичь. Ну, на этом, наверное, все. Если вам видео понравилось, поделитесь этим видео там, в своих каких-то, да, фейсбуках, контактах и прочее с другими людьми, потому что мне кажется важно, в общем, проносить дальше вот эту идею интровертности и про то, что интроверты, они классные. Если вам, в принципе, нравится, что я делаю, не забывайте, что у меня есть Patreon, на котором можно поддерживать меня финансово, какой-то небольшой денежкой и стимулировать меня снимать больше видео, помогать мне расти как блогеру профессионально и создавать больше классных и интересных видео. Ну все, до встречи в следующем выпуске.